Ну, сука, если я сейчас меньше 15 Макс, дам, у тебя есть эти каски? Да, есть. Пока не бафай. Я понял, перед боссом. Да, я сейчас бафну. Так, и что мне по меткости? 12 плюс 5. 17% получается. Плюс... Плюс сова 3, того 20. Но процента не хватает, блять, получается мне. Сука. Надо кольцо с РС-ки. Надо кольцо за, блядь. Грудак мансетом пускай остается пока что, похуй. Пока что похуй. Ну я понял. Так, а что Зандалар дает на группу? 1% СПД. Либо силу атаки, там не знаю. Смотри кому. Ну понятно, смотри, серого кто? Значит к миликам. Серого к миликам, наверное, тогда получается. А нежить дух вонючий дает, да? Угу. А я к Холичу хочу. Нежить ничего не дает, по-моему, нет? На. Хулич. Ну, у меня не показывает никакой баф. Вот так вот возьмем, вот так сделаем. Мне кажется, она индивидуально только мне дает вот этот дух и 1% меткости. На рейд нихуя не дает. Ой, бля, сейчас буду нахуй тупить, блять, надо привыкнуть к этой хуйне все. И, блядь, новые ротации, нахуй. А чё, мауешь эти шидошники вером тут, Дерьми, скинь рожки, пожалуйста. Давай, охота его, и побежали. Все вперед. Че за охота? Ран, Васяран. Не оставь шанса мусорам быть. Эма, да? Да, давай. Ага, блять, а ваниш я нажимал нахуй. Хуй я вообще срезну, нахуй. Слушай, я вниз иду. А, ну давай. Не надо диван. Че, умирать? Блядь. Без масс-реста да резать, наверное. Я подохну. Хотя... Тебе не резать и масс-реста. Ща, подожди. Или... Все. Не, без масс-реста резать. Ну, зря ты холишь снимал. Вот тут. Еще комбат не спал. На бате бой. Не со всех. Но мне тоже. Рид без боя тоже. Да умрите все, кто с комбатом, уйдите, блять, вы сейчас Холича убьете. Холича убьете. Давай, рейд, рейд. Давай, вот. Давай, масс-рез, похуй. Блин, наверное, стоило там блэк еще какого-нибудь. Или всех достанешь. Шкаф, тыкните сунь. Там у нас один войд проебался. Рыбу хамить. Ауры нормальные, поставьте паладин.
попробую на каст. И тотем от природы ебанев. Да, мы же каску будем, да? Да. И кулаки им припять. Все, поехали, дермич. Ну хули ты меня подкинул, ну урод, блядь. Хочешь, ты не близко подошел? У тебя же Shadow Step есть. Я люблю шанс без пистолета. Так, пока что я немножко, блядь, не понимаю, блядь, это все работает, но... Удаляюсь, пиздец, быстро откатывается. Бать, сможешь вправо сдвинуться немножко? А то мне от гриба прилетает пизделетина. Пиздец, яды спали, прикольно, блять. Подожди, пока этот босс убьем. Сегодня череп убежать. Будь здоров. У нас ведь аллергия на шею, выкидывай. Кого у меня? У меня сейчас уже 30 лет. У меня как-то маловато, но я не привык еще к ротации, я не тестил. Ротации привык. ШД, сука, быстро откатывается. Я вроде и больше пиарю, но все равно у нас да, сука! Плюс он, блядь, ворочается, но, блядь, здесь за спиной, спиной отслеживать надо внимательно. Блядь.
Хуй так, это ладно, похуй. Короче, это синериц, учусь по пажу после сундуков. Ну и хуета нахуй. Войд ГЦ, блять. Ну добро, умирайте. Ходите на комбат, выходите там. А киллзон погибает спустя 40 минут 40 секунд. Это новый рекорд. Предыдущий рекорд был 40... Ой, блядь, 4 минуты 57 секунд. На 17 секунд мы раньше убили Настю, чем в прошлый раз. Все равно как-то долго. Мысли. Пиздец, я, блядь, делю нахуй строчку свой дом. Что-то я, сука, не то нажимаю, мне кажется. Да тебе повезло, там я вообще взлетал, блядь, 5 раз. Не, я тоже взлетал. На каком я месте? Ты на первом. Ты по боссу, ты на третьем вроде. Да, на третьем. Ну, почти, еще бы чуть и на втором было. На первом серый, на втором было 4.19 и 4.15. Так, ща я эту хуйню красиво заявляю, жена, что какие-то порочки ебаные не ебали, потом хлоп. Все, теперь вход и побежали. Я захотал. Побежали. Блять, да я еще не пробахалась всех. Да можешь прыгать в Африку. Да лучше в демоне вообще иди, ну типа будешь бахать лишний СПД, чем плохо. Кого вы боитесь больше? Стражники. Меня дивана нету. Заебись. Батя, СС кидай. Похуй, лишит. Быстрее. Пошли ближе, Дермич, достанет рейсом нас же туда. Все, умирайте. Ко мне не подходите, пожалуйста, в инвизу. Ну, блять, батя, говоришь, не подходите, встал ко мне, спасибо. Да похер. Вставай, холи, через. Идол, ёбни нахуй, чтоб он тут на глаза не мазонит. После того, как крест. Да ты хилов, может, сначала. У меня, по идее, дает, если я в коте, то где-то 100-150-200 АП. Там за 75%. Это мне не хватает. Блять, это мне не хватает еще 15% РПБ, блядь. По-моему, если мультик успехность будет больше, наверное, в данный момент. Ладно, похуй. Ну, кстати, что ты попался вчера с того, как я доходил? ДПС как вроде прилично, у него там кнопок всего там было, наверное, 4 или 5, все. Кто? Ну, у ШДшника, вчерашнего кого-то. Ну, я не помню, там ник уже. Ну, он не так много давал, на самом деле, но 17-ку он держал, типа, вроде бы. 17-ку я дам 25-ки, даже сейчас кнопки проебываю. У меня нету капа РПП еще, но... Где ж не добил. Ну, у него, кстати, 7. Камни в РПБ были, вообще. Там надо 25 РПБ собрать, их этого достаточно. Теперь поехали. У меня 25 нет, у меня только 10. Звезду бей теперь. Ебашишь, но это жестко, бесяк, еще и глад, нахуй, добавил. Гладиатор бесяка, нахуй. Ну все, Настя, призовые на всю гильдию, значит, делишь. А, я ж не вот так, а, то есть она слабая, да? Получается так. Нахуй, блядь.
Я, блядь, говорила, что надо 2900, нахуй. А мне, блядь, не видят, тут могут исключить, могут исключить. Там же, блядь, в итоге лутаться в R40, а я попала в R55. Ну, было бы 2900, я попала бы в R40. Да похуй на эти призывы, мне глад надо. Мне самое главное глад. На что мне похуй? Мне кажется, блядь, одним кровозлиянием не надо играть, надо добавлять что-то еще в ротацию. Блядь, я, сука, стан проебался, ладно, похуй. Типа лендер еще. Правда, у меня, блядь, КД нахуй, ну ладно. Ну, блядь. Суки еще. Не успел. Ладно, давай. Это место возмущается. Чё, то, что вместо, максимум... вместо нее Холища мажу. Пиздец, ты еще, блядь, и не... А, блядь, я долбоёб, я мясорубку забываю, сука, нахуй, точно, блядь. Ну что я, сука, блядь, не доделываю, нахуй, мясорубку, а, сука, тоже юзать. Я же теперь... Кстати, тебе даун, нахуй. Намёк понятен? А у меня макрос на холище написан просто. Так удали её. Предлагаю не холича заменить на бигмайн. А у тебя шерм, тебе вообще бесполезно. Так, как раз, из-за того, что у меня шерм. Все, кто шерм, у меня пропадает, там черный кранчик. Не знаю. Ники не копируются, ничего на них не нажимается. Друг, блядь, называется. А в одну кунку только работает нормально, все. Охуеть, блядь, кун. Ой, всё, блядь. Смотри, я считаю, вот никогда такого, что оверсильно, вот у меня хилка сейчас, она кадешится минуту и хилит мне просто почти половину хп моего. ПВЕ. Ух ты, блин, жесть. Видишь, Холиш тебя пожалел, он кнопочки отпустил, в носу поковырялся. Это, блядь, обустанулось вообще-то. Да, да. У меня крылья были. О! Вот ну чё, о, тебя и так истерия по КД кидают. Не по КД, блядь. Лада, алифирила истерию. Истерия Биг Маме, истерия Биг Маме. Все две истерии в тебя шли. Какие были до этого. Короче, на, я забывал мясорубку вязать. Это хуёво, что я её забывал вязать.
Рит, напомни мне после Дженелая переключить опеку. Я, блядь, забываю про это вообще. Танковскую на ДДшную сменить. А, ты про это-то? Может быть интересно. Кстати, хер ли, Феникс, у вас на работе в этих, блядь, мешанайзерах нужен Android, блядь, 8.0 минимум, блядь. Что за нахуй, блядь? Не знаю, у нас таких требований нет. У нас такие требования висят, нахуй, в заявках. Поезд. Даже не устроишься туда, блядь. О, пояс упал как раз, который мне нужен. Замечательно. Ну и посох упал, смотри. Посох, возьму себе на сову, я сову почистил. Шо, дайте ДПС этой хуйни. Сколько у меня ты там? Давай. 14.5. 13800, у тебя, у меня 13. 14.5, обновите DTS-ы нахуй свои. У меня не DTS. Ладно, похуй, побежали. Блин, гоните просто, мне DPS, сука, нормальный, в пизду вас нахуй, побежали. До конца? Я только потом, блядь, вспомнил, что мясорубку надо нажимать. Долбоёб, я нахуй кончен. Ну это без капа РПБ, блядь. Ну думаю, нахуй 1016 было бы, нахуй, мне кажется. Ладно, сейчас, блядь, я привыкну. Дермич, ебать, ты далеко от нас убежал. Прожимайся, Дермич, на следующем паке. Все прожимай, блин, и забирай трэш. Лужу. Блядь. Угу, отлично. Блядь, комбат не сбросился. А, здесь не уйдешь, да. А, нет, сбросился, я... нормально. Я там где сбросился комбак. Я повязался. А где батя? Батя не добежал, блядь. Короче, он вот здесь, возле лестницы. Вот так, если так достанет мазрезом, то... Ну, я на всякий случай пока не буду снимать, я подожду. Я на скеле прожала бабу. Не достала, сука! Блядь. Как не достали, да? Да хуй его резнешь теперь, нахуй. Ай, блядь, батя, нахуй. Иди сюда, ножик дам, куда ты пошел? Да что ты мне тут ножик дашь? Думаешь, меня мобы не спалят? Дже, ты такая, блядь, интересная. Отойди, отойди, давай я сейчас туда забегу, сдохну, мне никогда мастереса нет, через меня ресните его. Ну давай. Отойдите все назад. К стене все отойдите. Знаешь, как можно ближе. Я вот на лестнице прям сдохну, там через него все встанет, да? Давай, давай, прям... Вот тут вот, умирай, все, далеко не забегай. Вот, Настя, отсюда, вот, резай. А, ты что, да, и тут, что, ну, что поближе. Там вот как раз лежит еще с лестницы. Подожди, стой. Почему не могу достать Дарида? А, вот Дарида достает отсюда. Вот отсюда, ну, вот лестница. Слева не достаньте моба. Стой, там, только не заходи дальше. Ну резай, Настя, ну вынесем срез на пан. Спасибо. Только, блядь, аккуратно обходите сейчас. Кирюша, не это, пожалуйста. Все, аккуратно идите за мной сейчас так, по одной дубину. Рыбу хаваем. Шкаф поставьте. На этом долбоебе, пожалуй, мультик аспект. Чай рыбу быстро пожал. Опека, Сережка. Не-не, а тут же штанковская стоит, да. Ну все, побежали. Дермись где-то там. Ран, Вася, ран. Не оставь шанса ему самим. Блядь, когда говорят, не оставь шанса мусорам, это значит, чтоб тебя хотя бы опознали, блядь. Давай не умирай так быстро. На кого? А ладно, давай бег маме дам. Крита нет, умрет. Мне на этом боссе не нужна, потому что я дисплею. Да, это понятно.
А чё за хуйня? Почему Настя 16к на раке дала нам? На лараке, блядь. Чё, это мало? Да хуя чё-то, блядь. Блядь, у меня шея. По ней, да? Не шея. У меня по КД истерия была шея. Чё ты хочешь? И три раза крылья. Пиздец ты, блядь, я не понимаю, это чё за предъявы? Иди, блядь, дермись. Бля, это ладно. Крал только смысл. Я пока в тебя покидаю, охочешь до птичек. Ебать, как привычно, нахуй, за мультика, ебать. Уже все кнопки наизусть запомнил, даже на клаву не смотришь. Ну, плюс-минус, только за Тлмионом наблюдаешь за КДшечкой, которая, по-моему, насела. И похую. Вообще. За ШДшника, сука, смотришь, ну? Ну бейте этого, плачется, блядь, заплачу. Нахуя ты с центра Настя убегала, когда тут не было бомб? И убежала, чуть не взорвалась. Ресать его? Уэйт БР, давай быстрее, да. Как раз дыхание пошло. Все по трэшу, надо ехать. Я на пол дал, ко мне? Или бафните, представь. Я дала бы ему 10 минут назад. Чё-то нихуя не вижу, куда бомбочки падают. Настя Птенцова, блядь, ты уже должна была их убить. Пиздец, блядь, да я думал, я больше семьяна включу, блядь, черпнуть. Да это у тебя забагалось, я меньше начал. Ух, как неприятно нападало. Что, блядь? Вот у меня та же самая хуйня была. Так я стоял левее, чем ты еще. Ты правее от меня был. И меня задело правое это, а не левое. Ладно, блядь. Хуёво нахуй, что я могу сказать. Войско плюс Геру? Да, по трэшу. Сейчас будете играть. Войско, да. Давай, дермись. Да. Сейчас, Геру, сначала войско. После бомб поедет. Да, там уже начали. Аккуратно, сейчас бомба будет. Не, чтоб постараюсь, просто не поубивал. Игру посрывать можете. У меня еще 5 минут. Thank you.
Блять, на Берни ж хулипши кипишки дымажит, я понял, АФК. Да, блядь, вы издеваетесь. Я лапу давал, если что. Просто даже не заметил, он тебя нахуй. Я понял. Я понял, фу, хп. В следующий раз будем тебе СС кидать, нахуй. Чтоб три раза можно было понять. Хульч, ты напомни, в следующий раз мы на бомбочках кидай ТТМ, понял? А как ты умер? Ты что, диспо не нажал, блядь? Когда? Ну, вот сейчас. Сейчас меня задуло. Ну так надо ж, блядь, как-то, ну ты ж не первый раз тут. Ну, либо вставать после задувки, либо если ты сразу встаешь, то диспу сразу нажимаешь. Не, смотри, меня отхилили на фул ТП, но не пробав. И он просто повернулся у меня и задул. Я лапку дал. Ну, понятно. Ну, шакаска решается. А ты облик, ты в облике был? В облике. Ясно. Я же больше не радар, у меня саппорта нету встроенного. Да. О, мона, прикольно. Красильчок еще не откадышился. Красава. Ну это, блядь, рекорд, три раза сдохнуть, блядь. Да, блядь. Бывало и больше. Теперь в Золоман ходим с пятью друидами, нахуй, чтоб Холидж дамажил, блядь. Блядь, ну как мне бомба задела, кстати, очень странно. Блядь, надо было ложный выпад нажать, сука, еще я забываю про него. Там похуй, но на двух бомбах взрываешься, на выпаде там 1012 снимает. Одна бомба под ложным выпадом 5к бьет. Плюс-минус. Итак, еще кольцо? Да! Я там слышал, так, слышал, мама с кольцом входит. Ребята, распылить, нажимаем все. Да, да, блин. Распылить. Распылить, нажимаем, ребят. Ебать! По-моему, Настя так шейму не радовалась. Ужас. Давай, давай, ну, рейд, распыли, на. Кристалл бездны кинешь там или кристалл барбаси, что там распылить? Ебать! Еба! Бисовый паладинчик просто! Еба! Ну, так и надо. Что ты радуешься? У Феникса его нет, а у меня интернет кончается. Выйдем через месяц. Давай, Войд, ход и побежали, дырнище. Сели. Чего вы, блядь, все залазите туда, блядь? Вон, через эту, блядь, как кошку нахуй. Бежим сейчас. Все заходил, все заходил. Побежали. Побежали. Дермич троху не добежал, чувак, вперед пропустить. Скажите, как падать? Езди, по максимуму. Не надо диван давать. Не, вон визу. Я хотел. Диван на следующем. Че, падать? Да, падай. Подожди, Феникс, забери мне кристалл. Давай, кристалл. Так Насте бы кристалл сказал. Не, если Насте дам, она не поверит. Ну, кристалл пропасти из твоего кольца. Какой, блядь, кристалл пропасти? Куда вы меня наёбываете? Я его ролила, блядь. Так ты его ролил, за брата я. Чё, вставать? Или нет ещё? Рид, блядь, отдай! Вицерий. Я кристалл уже отдал. Без масс реса резаем. Все. Есть. Без масс реса. Наська, джиф есть? Да. Джиф есть. Джиф есть. Джиф есть. Ну, че Холич умер-то три раза? Весь красный, блядь. Он джиф и фросит всяких. Бусть Рид просил передать. Идите, Бай. А что ты мне нажимаешь? До этого отказывалась.
264. Живца поставь быстрее, пошли, блядь, на сундук горит, блядь. Так, а Джесса там бы не поставили в комнате лучше, потом, после? Да, да. Чинитесь быстрее. Все починились быстрее, побежал. Готовься пить этот зелье свободы. Охота его, это и это. Чё за охота? Все, садитесь на маунт, сейчас побежим. 3, 2, 1, поехали. Есть ума. Нажимай. Все, умирать я резну. Можешь диван дать по кому-нибудь. Я в инвизе, а потом бы нет. Блять, Макс! Ты прикольный мадал, конечно. Кто это вот диван? Можешь снять диван. Снимай диван, блять. Снимай диван. Умирай. Я рез. Она хочет, чтобы я больше голды заплатил. У меня вопрос. Чё ты там так далеко делаешь? Я лежала. На мне плетей было. У Хулича и так нет голды, всего там 3 стака осталось, фигня. И тут еще и на починку. Я думаю, Хулич не... Этим все сказано просто. Хулич просит. Я думаю, Хулич не хочет простить оставшуюся часть долга. Не надеюсь. В честь сбора шема, кольца, что у меня бисер. Ты наоборот должна всем деньги раздавать. Ну, блядь, и мне в первую очередь. Я, короче, как-то Настю попросил, блядь, помочь там. Ну, денег нету всех у меня, Настя мне. Будешь должен, ебать. Я такой, ясно. А ты и сорт больше не этот, крыса не... Да, мне надо было пару сердолей просто, блядь, она мне такая... Ахуй тебе нахуй, ну буш должен нахуй. Я, блядь, ты видел, сколько сердолей стоит, нахуй? Ну, обращался ладно, бы ко мне, я продаю их. Ну, я к тебе сердолей продал. Я к тебе обращусь, нахуй. Настя мне, блядь, сейчас ты уже вернешь. Зажал. Да, блядь, да в смысле? Иди, Пуля Андреевич. Да в прямом. Да что это нахуй за бред? Заебись, по трэшу поехали. Давай быстрее. Быстрее убьем. Ну я потом просто пуля прожму. Это лапкой пуляю, значит уже не работает. Что-то у меня не делал. Это знаете, просто из этого делаешь все нахуй, забывается, блядь. Кирилл, бля. А что-то можно нормально ауру, не коня? А то еще все, шеем глаза закрыл. Настя, ты что? Нахуя встань. Я забыла. Все понятно. Взяла шем, а других забыла.
Я скажу, когда давать. Фига себе. Ну, да, я так думаю, только выебываться начал. Смотри, а то Настя привыкнет к истерии. Да, мне не пух. Она просто получает истерию до тех пор, пока Энха нет в рейде, а потом все. Ой! Ой! Давай! Настя, я без истерии, 18 к даю, блин, ты шо? Ой, отстань! Так она без истерии 19 даст. Она сейчас за 18.6 дает, хотя здесь его есть. Ну, так это десятка. Не, мне кажется, 19 не будет. 17.8. Ля, вот буквально вот, если бы ты позже подошел на 2 секунды к тотему, словил бы клиф. Я все смотрю. Ты только отходишь, и клиф прилетает. Ну, блядь, а что делать? Надо же подбить тотем. Ну, смотри, какая шея. Не, она мне нахуй не нужна, мне лучше. Ну, на мультике это лучше, но... Рольте маму все равно. Хули пшик нахуй, ясно. Че, подыхаем? Да, идите, курите. Хули шпик забрал, да? Поменяй на посох. Я тоже посох хочу на сову. Можно рулить? Я хочу на СПД-робу. Да руля кто-то тебя запрещает. И я хочу на хилавку. Три посоха, ёпт. Да, мне на рестра шамана надо, мне теперь скалируется от СПД. Водка? Чё? Слушай, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Подожди. Я имею в виду, помнишь, ты мне как-то подсказывал, как убрать... панели над союзниками, всего только над врагами был. А, у меня через аддон это стоит. Там вроде alt, tab, нет? Ты про это говоришь, типа? Да. Не помнишь? Ну, вообще, типа, shift V, V, Ctrl V. Ctrl V на всех, типа, V только на союзников. Или чисто на врагов. Так или так выбираешь. Ну, в и shift в. Просто в нажмешь, только враги будут высвечиваться. Shift в нажмешь, союзники будут контрол во все. Боти, что такие вещи? Блять, я ни одной головы не сродил, что ли? Не тех ты жаб открываешь. Нам попробуем ту жабу одинокую. Блять, хочу посох. Мне сейчас кое-что интересно, блять. Где тут Анжиновай? Манреген, блядь. 2800. Мне, блядь, ретрик больше мад восполняет, нахуй. Батя еще больше восполняет. Угу. Я просто смотрю, у меня, блядь, водный щит, восполнение, я так понимаю, это от ретрика, потом идет озарение, тотем прилива маны,
песни сверчка плюс-минус одно и то же часовыми выхилили. В районе, ну, в среднем где-то 7600 будет. Потом чисто мое восполнение маны идет 6600, так понимаю, это. И потом дыхание природы. Ну, процентовое восполнение, это, видимо, третика такое. Ну, пиздец, все. У меня смотри какое. Да я так вижу, ты мне зачем показать. Че там, не появился NPC, никто не взял палочки. Да я связали несколько штук. Что за NPC? А тут есть один, он некоторые полезные товары продает, но... Не нашли его опять. Типа настой бесконечной силы или безграничной, как оно. Припод. Хорошо, Фаски, ты не забудь поменять аспект себе. Да, уже. Ну-ка. Восстановление боев. 4% базово. Это же за доллар полезнее будет, нахуй. Ну, где-то по сотке восстанавливает. Мне маны, по 100 маны просто. Ну, где-то я в раз в какую-то секунду, да, восполняешь же, там было написано тебе. Раз в 4 секунды. А, ну да. Они это все специально нерфили, чтобы зандаларов ввести. Чтоб все их качали. У меня от базового там будет всего две... Дай треш пока зачистим, мы все равно все стоим в основном. Дерьми здесь, здесь. Пошли по треш пока побьем.